Уважаемые друзья «Лохматой души», месяц назад на нашем основном канале «Лохматая душа» Валентины Силич был выпущен ролик под названием «Беда, которую не ждали». Это о собачке Люси. Ее порвали в вольере. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы вам покажем, как проходит ее лечение, выздоровление, какой уход за ней. Регенерация тканей проходит достаточно успешно, но сколько потребуется времени на полное восстановление, пока неизвестно. За Люси осуществляется тщательный, профессиональный и добросовестный уход. Малышка такой ужас пережила, и посмотрите, какая она умница, как она спокойно переносит все эти ежедневные процедуры. Белая окантовка вокруг раны – это уже новая кожа. Люси, ты моя умничка, ты моя хорошая девочка, Люси, ай, ты моя умничка, девочка моя. Дай тебе снять, Люси, 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 хорошая девочка, ай, девочка ты моя. Thank you.
тебе дела? Мы уверены, что все будет благополучно. И когда она полностью восстановится, мы обязательно найдем ей замечательную семью. Удачи тебе, Люси. Выздоравливай, милая.